Дорогие наши братья и сестры, всех сердечно приветствую. Сегодня, к сожалению, вновь проводим наш видеоблог без батюшки. Я с ним разговаривал, очень просил у него записать какое-то обращение к вам, хотя бы 10-секундное, но батюшка общается сейчас только жестами, к сожалению, говорить пока не может. Сегодня мы с вами будем слушать третью часть произведение Сергея Васильевича Рахманинова, которое называется «Молитва Несыпающей Богородицу». И, дорогие братья и сестры, очень хотел бы вас попросить подписываться на наш канал в YouTube, для нас это очень важно, и ставить лайки, если вам понравился выпуск. Это наш рейтинг, для нас это очень важно, для нашей популярности и проповеди о церковных песнопениях, о духовной музыке, которую вы ежедневно слышите. Послушаем песнопение «Молитва к Несыпающей Богородице». Третья, заключительная часть. Вы сейчас слышали песнопение Сергея Васильевича Рахманинова, третья часть «В молитвах Несыпающей Богородицу». Посмотрим, как будут с батюшкой обстоять дела завтра. Возможно, мы просто попросим, чтобы включили какой-то, может быть, один из наших предыдущих выпусков о композиторах духовной музыки, чтобы немножко вспомнить то, о чем мы говорили в наших самых первых выпусках. А так продолжаем молиться за нашего дорогого батюшку Амвросия, просим ваших молитв, братья и сестры, с Богом, храни вас Господь, к сожалению, не могу вас благословить, как это делает батюшка Амвросий. Всего доброго. Братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции, то есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. 27 ноября – это театр «Золотое кольцо», там, где было выступление у нас в мае. Тоже в преддверии Рождественского поста песнопение из литургии святого Иоанна Златоуста, накануне память которого празднуется рождественские песнопения и русские народные песни, которые вы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу.